Вновь вас приветствует канал «Это не диалоги о рыбалке». Ну и снова здравствуйте, с вами вновь я, Костян. Канал «Это не диалоги о рыбалке». Коротко о погоде. Минус 29 градусов. Дует легкий, по-моему, южный ветерок. Фу, давление 778. Влажность 78. Долгота дня 3 часа 37 минут. Едем на рыбалку. Давай ведь эту туя и эту. Сразу раздумаю. Ну-ка, одна. Не достал. Что-то не достал, льда нету. Нет.
разведчики. Разведчики, говорю. Надо по своим делам. Ну что, друзья, посмотрим, что принес нам этот день. Течение бурлить сильнее стало. Течение бурлить что-то сильнее стало. Натяг есть. Ёрш, живёхонький, понял? Что-то с собой принёс. Что-то с собой принёс, да. Там листик. Ой, идёт где-то. Вот он, смотри, с краю сидит. Опа! Оп. Ох, нифига ему попал. Сходу. Вчера, кстати, по-моему, тоже на этом крючке был вот такой же восьмерик. Вот это кровище с него. Куда-то я ему крюком попал. О, бай-бай. Баю-бай. Бай-бот. Баю-баюшки, баю. Не ложись, а на краю. Держи. Опа, нифига мне давануло в руку, Витя. Слушай, что-то вообще как-то меня тянет оттуда. Оп-оп-оп-оп-оп, блин. Что-то резвый как этот. Вот. Трофеи поперли. Еще идет, Витя. Да. Так. Вот сюда. Вот он на подходе. Опа! О, китикет. Еще китикет. Смотри, что ближе к берегу китикеты прут. О, а что ты так? Живой? Что так всплывает? Вот он прикрутился к этой. Что-то почему-то... Ага, живой. Не сработал этот вертлюжок. Блин, за губу сидит. Опа. Тоже за губу
Оп. Ну, вроде надежно. А еще в руку дает. Давай разбирайся там. С грузом, блин, рядом. Да я. Куда попал? Фу. Фу. Нифига накидали. Ну слушай, это. Опять смотри, ну этот килограмм 6. Тут килограмм 7. Килограмм 4. Да, к 5 килограммам. И вот этот, наверное, тоже. А вот это? Нормальные стандарты, вообще классные. Фу, косоглазик. Фу. Что у нас в общем попало-то? 3, 6. 3, 6, 9. 11, 12, 13, 14. 14 штук. Или 13. А? 14. 14? Нифига себе. Чего, сколько? КГ? Килограмм 7. 7. 7 стабильно. Подожди, Витя, с лопату мне дашь еще? А? С лопату мне еще дашь? А, ё-моё. Лунка что-то подсузилась у нас. Зачем? А? Зачем? Смерзается, что зачем? А? Смерзается. Че, поехали? Тут стабильно 5 штук ловит. Вчера 6 попало. О, сегодня натяг тут, елки-палки. Груз аж отходит куда-то. Ага, что-то его кидает. Ага. Видал, да? Вижу, вижу. Оттягивает его. Груз тяжелый. Что, оттянуть его проблема. Давай. Оттяжка такая была, блин. А налим они крупные. Странный какой-то налим. Че? Рожа видал какая? Ага. О-о-о-о. Гуляет. Ох, какой яркий, красочный. Я говорю, он какой-то странный. Он другого берега. Ох, какой леопердик. Да. Так, стандарт уже есть. Да. И еще есть. О. Смотри, какие они тут красивые, да? На берегу. Все, папа, теперь стандарт 7. Смотри, что. Опа! Он переплюнул свои рекорды. Вот у этого длинная морда, вот у этого. Все, да? Все, банка пришла. Сколько наковырялось?
7 штук. Видишь, все? Первый раз на нем так. Вот и все, друзья, с отличным результатом заканчиваем сегодняшнюю рыбалку. Опять разъяснило. С одной стороны солнце, с другой стороны луна. С третьей стороны Виктора, с четвертой Налимы. Всем ни хвоста, ни чешуи на ваших водоемах. И до встречи на реке, друзья. С вами, как обычно, был я, Костян, Виктор Костяныч, Енисей. Опять впереди нас ждут морозы. Сейчас пару дней вот такая погодка, а потом опять под 40. Фух, отлично накидали. А сейчас еще по заказам.